ребята, наконец-то у нас снег. Едем на очередные покатушки. Давик, не тормози, заблудимся. Две Нивы и два Дастера. На двух Нивах установлено по два самоблока. Один Дастер, у нас дизелек. Второй Алексей, знаете, 1.6 бензин. Едем в карьер, где посмотрим, как у нас едут автомобили. Но вообще, конечно, по снегу кататься классно. Здесь я не был ни разу. Интересно, оставайся, смотри. Опачки. Сейчас я не поместился чуть-чуть. Ага. Интересно. Давайте заблокируемся, наверное, пониженную сразу. Блин, ну классно, классно. Так, ну здесь-то если я съехать, то съеду, но... Бах! Так. Катит. Блин, вот эта вещь. Самоблоки вещь. Реально вещь. Ух, ёба. Сейчас получается, машина висит. Смотрите, почему-то назад она едет. Вперед выезжаете, смотрите, посмотрим. О, там глубоко, конкретно, конечно. Но выехать можно. Попробуем. Че, можно же? Че, никак? Да, да можно, наверное. Только левее забирай. У тебя... Все. Висит, да? Машина висит? Ну, здесь, да. Не, ну, как? Все, поехал. Направо забирай. Все. О. Крутяк. Вообще крутяк. Но я проехал. Спуск очень серьезный. Получается диагональное вывешивание. Сейчас Виталий проедет. Посмотрим. Напомню, у него тоже два самоблока стоят. Тише, не спеши. Дизелек. Здесь получается одно колесо, смотрите, вывешивается, то есть вниз, а переднее правое упирается. И заднее правое висит. Колесо получается здесь, хоть и на спуск. Все. Тут у нас бензин. Траектория одна и та же у всех. Да, зимой классно. Интересней, конечно. Ну что, Дастеры проехали. Еду, говорю, сразу заблокированный и на пониженной. Такие холмы приличные, что
автомобиль постоянно в диагональное вывешивание встает. Потихоньку попробуем. Ух! Вот, посмотрите, вот катаемся по таким дорогам. У меня установлена защита бампера металлическая. Пока она не задевает. Нам нужно спуститься в карьер. Вот сюда, наверное, спустимся. Да, вот так вот и поедем. Во, все, дорогу натоптали. Сейчас все сюда съезжаем. И будем пробовать заезжать на горочку. Есть, говорит, есть. Ну что-то он как-то надел как-то это. Да, вот такой заехал. Но он его не выключал. Потихонечку попробую. Потом Дастера. Еду потихонечку. Первая пониженная. Ага, не едет. Не хватает скорости. Не хватает. То есть нужно немножко набрать. Ну что? Побольше газа. Больше, больше. Нет, не едет. Вот так вот. Не получается. Так. Вторая пониженная. Побольше газу. Вторая пониженная. Оп. Получилось. Выехал. Выехал. Дифференциал хоть и не блокировал. Тут видите, как вот так вот аж все. То есть машина постоянно встает в диагональное вывешивание. Сейчас другие ребята будут заезжать. Я вам сверху покажу. Итак, газу, газу, что ты это, жалеешь ее? Прям газу ее в пол и все. Вот остановился и в пол ее дави. А я хотел потихоньку, не получается. Да крутая гора, какой потихоньку, в пол дави. Вот обратите внимание, передние колеса крутятся оба, так как установлено. Он нас решил здесь похоронить, я так понял. Установлена блокировка. Сейчас самое прикольное, накопает. Решили Дастер, дизелек пустить. Тоже не хотит, не хотит. Шипы, у всех зимняя резина. Будем набирать разгон. Вот на Дастере, видите, колеса чередуются, то есть крутятся по очереди. ESP, ESP прижимает и не так срабатывает, как у Нивы. Лево руля и задом. Лево. Давай попробуйте. Дастер, другой пробуем. Давай, 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 давай. Вот, смотрите, как привод работает. Видите, CSP. По очередности колеса крутится. Давай, 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 выезжай. Смотрите, дальше тут еще подъем. Вот, пожалуйста. Будем смотреть, как будут выезжать другие участники. Убираем ход, по-другому не получается выехать. Давай, 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 крути, крути, крути. Не копай, не копай, не копай. Лево руля
Вот в чем разница? Дизель. Давай, давай, левее. Бензин. Сейчас просто накопаешь и другого выезда нет, будем здесь. Алексей, прокомментируй, почему дизелек так сложно выезжает. А? Первая или вторая? Кто же на второй в такие горы ездит? Включай первую пол в газ-пол. Везде нужна, ребята, практика. Без практики никуда. Меняемся водителями, как говорится, прокладкой. Алексей у нас участвует очень много, катается много, практика довольно-таки богатая. Вот и посмотрим. Видите, все-таки прокладка решает. Нужна практика, ребята. Поэтому катайтесь, выезжайте, учитесь ездить на полном приводе. Нужно учиться. А то имеете многие полный привод. Ну вот газ полный выехал. Ну вот, видите, радости нет предела. О! Ну, сейчас на ту сторону перелетит. Ну да, разгон был, конечно, приличный. Будем заезжать здесь. То есть тут машина выходит на поворот, колеса проваливаются, и будем пробовать заезжать. Ну, смотрим с поворота. Машину, сами видели, закинуло. Но я не знаю, мне кажется, здесь вообще нереально будет заехать. Во-первых, машину снесло, и разгона у нас, к сожалению, нет. Сзади дерево, но оно нам как бы не мешает. Ну да, получается, надо вот так будет выставлять задницу. Нет, 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 тяжеловато. Пытается развернуть ее. Вот Алексей участвует у нас в практике, за глаза уже, машину знает от и до. А, вот он как, место себе выбирает для разгона, для рывка. Ну давайте. Если что, там вы прям по воде. Дерево. Пробуем Ниву 3D после Дастера. Вот человек уже сколько, наверное, месяца 3-4 катается на блокировках Доктор Драйв. Потом спросим у него впечатления, какие-то ощущения, может быть, есть, может быть, по вождению какие-то замечания. Потом у него спросим. Так, ну вот смотрите, встает как Дастер. Вот так вот. Пожалуйста. Смог? Смог. Итак, ребят, смотрите, Дастер не смог проехать. Виталий заехал. Заодно посмотрим, защита бампера мешает, не мешает. Подъем. Диагональное вывешивание. Мы сейчас жопу поставим. Вот так вот, оп. Назад скатимся, посмотрим. Так. Сейчас дифференциал заблокируем.
Ну что, надеюсь, новый бампер. Назад дадим, ничего не мешает. Ладно, пробуем. Как считаете, первая пониженная, вторая? Давайте пока на первой пониженной. Вот так вот. Нива Урбан с губой. Ничего не мешает и заезжает. Пожалуйста, две блокировки, что у Виталия, что у меня. Едет не вас, едет прекрасно. Рекомендую. Ссылочки в описании будут, ребята. Ребят, смотрите, какие красивые места. Запорошило снегом все. Вообще классно. Сейчас выйдем на речку Урал. Там уже лежит лед. Красота, просто красота. Покататься по лесу. Да. Так вот, ребята, жизнь проходит. Дела, дела. Это надо, то надо. Выехать вообще некогда. То сначала ищем, как что-то купить. Потом цели достигаются, начинаем как-то облагораживать все. Вот. Вот, смотрите, сейчас выйдем на Урал. Попьем там чаю с Виталием. Нет. А у тебя шиповная? Да там шипов нету. Там процентов 5 может есть. Итак, ребята, прошли у нас очередные покатушки. Остались мы с Виталием вдвоем на природе. Сзади нас Урал. Уже лед лежит. Попьем чай, пообщаемся. Дастеров проводили. Да, дастеров проводили. Есть видео, вот здесь вот по ссылочке пройдите, где мы на эту Ниву устанавливали две блокировки. Доктор Драйв. Да, сейчас вот я пообщаюсь. Сколько уже? 4000? 4000 проехал. Доволен. Как ребенок, блин. Радуюсь. То, что едет везде, как танк. Если раньше в диагоналку вставал, и все, у меня машина дальше не ехала, то сейчас препятствий вообще не вижу. Ну, конечно, найти все можно. С головой тоже дружить надо. Ну, а скажи, многие пишут, там, в управлении как-то она по-другому становится. Есть что-то, ты почувствовал? Ну, нет, вообще. В управлении никакой разницы я не почувствовал. То есть не блокируется. Вот если бы была жесткая блокировка, то я видел ребят, как их крутят на виадуках, там, на поворотах. Я тут, как говорится, спорно. У нас есть Дастер, ездит 100% сзади блокировка. Говорит, езжу уже очень долго, и 100, и 200, говорит, по трассе езжу. Нет, если прямо ездить, нормально. А если по виадуку, грубо говоря, вот ты 80 км/ч по виадуку проезжаешь, то у тебя ничего нормально. А если у тебя блокировка там стоит, ну, она там может там закуситься. Там же каретка, она чинь-чинь перечёркает. Она может закуситься и крутануть. Ну ладно. Ну, по крайней мере, я знаю, человек говорит, что проблем нету. Ездит, говорит, на охоту, ну, на рыбалку. Слава богу, если у него так повезло, ну, такая блокировка хорошая. Ну, понятно. Ладно, скажи, а по расходу что-нибудь увеличилось? Ничего не заметил? А что по расходу? Планетар, хвостовик же те же все осталось. Да. То, что там никаких вообще ничего. Согласен. То, что как у тебя, у меня тоже прошивочка стоит. То есть она экономичнее стала и шустрее стала. А ты когда делал прошивку-то? В этом году? Нет, года... А, давно делал? 3 назад. Понятно. Ты же на бензине ездишь? Да. Ну вот она у меня по трассе где-то, ну, 8. По городу 10-11. У меня по трассе в Самару ездил 9,5. Ну, у меня 8 потом идет. Ясно. То есть она потяжелее на 200 килограмм. Да, согласен. То есть, в принципе, ты блокировкой доволен? Да. Это не то, что какая-то там реклама, ребят. Вот человеку поставили Доктор Драйв, как я и говорил. Вот там есть наклеечка, да, даже. Один самоблок. Мы купили, второй нам дали под рекламу. В подарок. Вот. Подарок, да. Вот мы установили, человек откатался.
То есть мы уже доктору Драйву ничего не должны. Уже, как говорится, видео было отснято. Вот это его собственность, его самоблоки. В принципе, без разницы. Доктор Драйв, там, АВТ, я скажу, без разницы, какие самоблоки. А винтовые самоблоки, они все срабатывают одинаково, ребята. Просто у каждого производителя, у каждого своя цена. Вот. Тоже, если интересно, вот здесь вот по ссылочке производство самой блокировки у разных производителей. Кто как делает. Кто-то считает у них лучше, кто-то считает у всех лучше. Поэтому выбирать вам. В Ниву самоблоки поставили. Это примерно два самоблока со всеми работами, примерно 30 тысяч. Да? Примерно. Ну, плюс-минус. Это там, масло, подшипники поменять. Ну да, у кого какие болячки. Если старая машина, то там, конечно, болячек больше. Вот у Виталия мы хотели поставить. То есть я сразу и сцепление поменял. Да, все правильно. И выжимной поменял. То есть машина все-таки 80 тысяч прошла. Сейчас у меня 84, после того, как все поменял, доктор Драйв себе поставил. То есть при езде разницы никакой. Но когда ездишь по бездорожью, а я ездил по рыбалкам, по таким местам с прицепом, что блокировки меня очень выручают. В принципе, вы сейчас на данный момент видели, вот сейчас мы катались, Duster с ESP. Все равно ESP, конечно, вещь классная, Duster машина классная, это однозначно. Но где Нива проедет, там Duster не проедет. Ну, вот сейчас был пример. Ну, в принципе, да, да. Хотя, смотрите, у меня бампер, губа стоит металлическая. Я боялся проехать, думал, сломаю. Но ради контента я попробовал. Ну, как говорится, к моему счастью, все осталось целое. С двумя блокировками выезжает, колеса постоянно в движении. Дифференциалы блокируются, начинает 4 колеса вращать. У Duster немножко по-другому. Там ESP пробуксовывает, поджимает. Не так. На Нивах. То есть 30 тысяч и удовольствие. Хотя бы одну блокировку нужно поставить. Хотя бы назад. Вперед, назад, без разницы. Нет, в управлении вы не чувствуете. Хотя многие пишут, там, типа, начинал туда тянуть, сюда тянуть, типа, снял. Не знаю, я уже проездил, не знаю, 1015, наверное, на своей блокировке. Виталян уже 4000 проехал. Хотя поставил вот недавно. Да. Классно, классно. Если кому интересно, в описании будет ссылочка, кто хочет заказать блокировку. Вот. От моего канала вам там будет скидочка, ребята, если вы надумаете. То, пожалуйста, вся информация будет в описании, смотрите, покупайте, заходите, заказ, да, не пожалеете. Тридцатка, два моста, блин, и все. Довольны, как ребенок. Да, вот сейчас мы покатались, вот зима настала, ну снега не так сказать, чтобы много снега. Ну сантиметров сколько там, да, 10. Ну есть, колеса уже зацепа нету, то есть с землей уже интересней. И заметно, я останавливался специально в подъем, начинал трогаться. Бах, 4. И 4 колесами вытаскивается. Так что рады были вам что-либо показать. То, что у нас получилось, то, что мы выехали. Но мы больше выезжаем, как говорится, для себя. Вот, подышать, чаю попить, как говорится. Правильно? Конечно, погода да. Хорошая. Ну и чем вам лучше, чем на диване естественно, сидеть. Естественно, все показать. Два в одном. И нам удовольствие, и вам удовольствие. Все, ребят, не забудьте подписаться. С вас обязательно лайкос. Будьте здоровы и не болейте. Здоровье самое главное. Да, самое главное здоровье. Мы пошли на Урал, посмотрим. Но будем соблюдать меры личной безопасности, чтобы не утонуть. Так что пошлите с нами. We'll be right back.
вот в лавочке.